Привет всем, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение игры Sniper Elite 3 Завод Ратте. Хотелось бы, конечно, чаще выбрасывать мои летсплеи в интернет, но, к сожалению, в силу того, что у нас здесь в Донецке ситуация отнюдь неспокойная, не всегда это получается. Так, мы здесь уже перевалили всех, так что здесь уже спокойно. Там, кстати, где-то этот есть, как его... трансформатор, и нам его нужно будет подорвать. Вот он, кстати. Вчера возле моего дома так капитально все трусило, окна дрожали, все было круто. Уже, конечно, надоело все это. Все уже и так прекрасно знают, кто мудаки, а кто... Так, здесь бахнет капитально, да? Да, все мы сделали. Поэтому я даже не буду разводить демагогию. Меня больше интересует то, а точнее не интересует, а больше веселит тот факт, что ополченцы в шоке от того, что жители Донецка и Луганска не хотят пополнять их ряды. Действительно, а для чего их пополнять? Мне этот вопрос, не знаю, волнует уже очень и очень давно. Пополнять для того, чтобы взрывать мосты, смеяться, хлопать ладоши и выкладывать эти видео в YouTube? Да, это ж сколько ума нужно, чтобы это сделать. Или грабить банки. Вообще шикарно, просто шикарно. Это ж какие интересы они отстаивают. Ну, в общем, не буду разводить демагогию, не буду вникать во все это, потому что, кстати, это, по-моему... О, боже, сколько я их тут положил. Это, по-моему, будет последняя серия, финальная. Ну, точнее, как финальная. В этой миссии должны уничтожить главное оружие этой миссии. Точнее, вообще всей этой игры. То есть, тот танк, документы которого, чертежи мы находили в предыдущих миссиях. Поэтому игра будет веселой. Но на этом не закончится, потому что... Ой, что там интересное такое? Потому что я возьму... И доустановлю DLS, а именно те DLS, которые связаны с убийством двойника Гитлера и самого Гитлера. И мы пройдем еще и их. Так, кто-то откуда-то спускается. Так, непонятно. Мы поставили заряд. Все прекрасно. Теперь что-то где-то... Ух ты. Так, кто-то сюда будет подниматься. Да, кто-то сюда поднимается. Ладно. Если он поднимается сюда, значит ему скоро будет весело. Ага, он решил не подниматься выше, да? Ладно. Ух ты. Он решил подняться выше. Или нет? Да, он решил подняться выше, и это была его ошибкой. Так, ну, насколько я понял, их было немного. Да и там есть прекрасный шанс избавиться от них. Что? Что? Вот как мне не нравится... О, правильно, иди сюда. Отлично. Какой узещ? Тут больше нет никого, по-моему. Так, кстати, я не совсем понял, что вообще у меня с этим, с моим оружием. Я, по-моему... все понятно. Дело в том, что я разобрался с этой штукой, которая называется... А здесь ее нет. Которая называется выкладка. Там, в общем, можно выбрать набор оружия, с которым вы можете начинать миссию. В общем, я там выбрал кучу всяких наворотов с моей снайперской винтовки. Выбрал Гевер, потому что он по всем параметрам считается лучшим оружием. Добавил себе... Точнее, не добавил, а поменял... как он называется... Стен на...
Ой, кстати, не помню, что там было. Там, кстати, был МП-40. И... А, и был автомат Томпсона. Так вот, я себе добавил автомат Томпсона. Но, к сожалению, я, кстати, тоже удивился, потому что я поменял прицел, поменял вообще общий вид снайперской винтовки, добавил усиленный ствол, приклад, камуфляжку наложил. Ну, короче, проапгрейдил по полной программе. Но сейчас... Ой. Но сейчас, к сожалению, походу, нельзя уже во время прохождения миссии что-то делать. Жаль. Но ничего не поделаешь. Тю, я хотел только трупы обыскать. Знаменитый призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфаю, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине. И перерезал наши линии снабжения. Я ваш горячий поклонник. Мы с вами очень похожи. Мы оба солдаты. Военные труженики. Мы любим свою работу. Да, конечно. Мы не похожи. Правильно, бегим. Ух ты, ё-моё. А как это оно так взорвалось-то? Доберитесь до грузового лифта, чтобы попасть на дно каньона. Эй! Так. Ух ты. Заряды не причинят ему вреда. Но если подорвать опоры, может, я его украду. О чем он говорит? Ну ладно. Пора покончить с этим монстром. Вокруг крысы? Что такое крыса? Ух, а тут много недоброжелателей. Так. Ух ты. Кстати, оно здесь реально круто крутится все. Почти как натуральное. Так, мне не нравится, что тут мудак стоит и палит сюда. Ух ты. Ух ты. Так. Вот отсюда мы сейчас будем помечать наши цели. Наших непутевых будем помечать. Так, там еще кто-то топает. Отлично. Так. Там я не вижу никого. Ага, вот я вижу. А здесь много кто ходит. Давайте что ли поднимемся выше. Может еще кого интересного найдем. Так, ну. Здесь вроде бы больше нет никого. Этот чувак упал только что. Прикольно. Так. Ну, да, я больше никого не вижу. Жаль, что здесь ничего не тарахтит, что нельзя замаскировать свои выстрелы. Это очень-очень плохо. Потому что я хотел пострелять. Так, раз, два, три, ага. В общем, пока мы пойдем путем наименьшего сопротивления. Эй, иди вперед. Здесь у нас есть две опоры. Там вернемся к третьей. Ну, что ты его не помечаешь?
Это что, табу какое-то? Его нельзя пометить? Эй. Прикольно. О, пометили. Так. Все отлично, пока еще новых я никого не видел. Ух ты, здесь есть какая-то штука, тарахтелка какая-то. Класс. Значит, сейчас будем здесь бахать их потихоньку. Так. Там нет никого. Да и тут нет никого. Ух ты, ё-моё, это что такое? Ух, нифига себе. Это вот этот маленький танк, который на чертежах? Жесть. Реально круто. Где-то в какой-то скале продолбать такую... Ой, стойте. Стойте, стойте, стойте. Отлично. Один мы заминировали. Кстати, думаю, убивать их или не убивать. Или так можно. Ух ты. Просто стрелять здесь — это самоубийство, их куча. Это тоже здесь солдат. Ух ты. Да нет, это будет реально сильно круто, если их мочить. Ладно, обойдем пока по кругу. И потихонечку. Ух ты. Там еще двое. Вот это плохо. И этот может меня сейчас запалить. Фак. Загнал себя в угол, что называется. Черт. Замечательно. Мы сбежали. Твою налево. Правильно. Уходи. Нам пока лишние жертвы не нужны. Блин, если тут начнется перестрелка. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал по самое не хочу. Так, отлично. Этот сейчас полезет наверх, да? Молодец. Мы сейчас попробуем убрать этих двоих. Так, сейчас выждем момент, пока кто-то отвернется. Фиксим. Замечательно. Теперь нам нужно будет... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня этот гад запалил. Нужно нам по-быстренькому спетлять отсюда. Замечательно. Сейчас он обнаружит тела. Нет, он не обнаружит тела. Козел. Замечательно. 37, 35. Ой-ой-ой. От тебя какого сюда несет, урод. Ух
Ну чему? Ну блин, этих тут много так. Где я еще видел? А, еще вон рядом с ним же и стоит. Угу. Так, ну мы сейчас отойдем чуть-чуть подальше, чтобы не попадать в поле зрения. Так, стойте, нет, нам по-другому надо, совсем по-другому. Сделаем хитрее. Так. Ух ты. Их тут тоже двое. Плохо. Сейчас мы на присядках быстренько пройдем. Отлично. Нас пока никто не заметил. Просто шикарно. Замечательно. Так, там нет никого. Я думаю, если я здесь лезу, меня никто не заметит. Супер. Нет, меня кто-то запалил. Ого. Он же ж... Чёрт знает где. Я надеюсь, он не попрётся сюда. А по-моему, он сюда прётся. Хм. Ну и ладно. Пускай прётся. Так, вон там опора. Ещё одна. Так, я ж надеюсь, здесь можно будет аккуратно... Ой-ой! Ой-ой-ой! Это плохо. Это есть очень плохо. Хотели по-тихому, аккуратно, блин, нужно было поверху идти, как чувствовал. Так, я чувствую, сейчас будет рок-н-ролл. Так, двое меня уже перестали искать. Еще один перестал меня искать. Мне не нравится, что вот этот офицер прёт сюда. Пришёл аж с предыдущего цеха. Так, нам нужно наверх. Идеальный шанс для идеального преступления. Супер. Так мы с вами и быстренько и пройдем миссию в режиме стелс. Так, ты давай, друг, не пали меня. Не надо.
Я надеюсь, что и здесь меня никто не запалит. Так, я так понимаю, мне нужно будет спуститься вниз. Это очень плохо. Не хотел бы я спускаться вниз. Хотя почему не спуститься? Так, никто сюда не идет. Эй, обыскивай. Замечательно. Так, давай-ка ты отвернешься. И я незаметно поставлю взрывчатку. Эй, отвернись. Хм. Знаете, а что если... Ой, а что если взять камень и запустить его куда-нибудь? Эй, а почему ты не запустился? Опа! Отлично. Умничка. Так, и теперь мне нужно вернуться куда-то аж туда. Знаете, будет смешно, если меня потом попросят их всех завалить. Хотя... Отсюда, да запросто. А почему здесь нельзя? Что, сюда нельзя проползти? Вот досада. Ладно. Так, никого. Никого. Блин, в таком стелсе я еще не проходил снайпера. Как он меня пасет? Что за чушь? Да, конечно. Так, нужно бы и от этого как-то незаметно. Ой. Плохо. Плохо. Очень плохо. Так, то, что меня заметило уже куча народа, это, конечно, хорошо. Сейчас начнется грандиозная перестрелка. Наверное. А вот это вообще не в тему. Заминируйте крысу. Угу. Класс. Ладно. Как бы к ней добраться еще так незаметно? Где ее, черт возьми, минировать? Так, все замечательно, меня больше никто не ищет. Значит, можно и пробежаться. Так, здесь нет никого. Ух ты, ух ты, ух ты.
Так, что если быстро пробежать? Замечательно. Так, там можно как-то попасть на эту крысу? Да, по-моему, можно. Я надеюсь, что меня броник не запалит. Чёрт, а он меня палит. Чёрт возьми! Как залезть на крысу? Замечательно, мы здесь. Нам нужно постараться незаметно. Избавиться от врагов. Супер. У нас это получилось просто замечательно. Вообще прекрасно. Perfect. Так, и куда минировать? Угу. Основное задание выполнено. Покиньте ангар. Так, нам, короче, нужно туда. Угу. 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 Короче, получается, нам нужно туда, откуда мы пришли. Так, мне не нравится эта сирена. Так, давайте сейчас быстренько бежать отсюда. Ух ты. Ух ты, ух ты. Так, куда-то резко подевались все те, кого я отметил. Если честно, Что? Что это было? Это типа тесты или что? Ой, ой. Тихо, тихо, тихо. Черт, что-то их здесь сильно много. Так, патронов совсем нет. Отлично. Так, их здесь двое. Это не есть отлично. Так, успокойся ж ты. Так, здесь никого нет. Мне нужно убрать еще вот этого вот бедолаху. Отлично. Черт.
Иди ближе. Засранец. Так, здесь никого нет. Все. Супер. Я думаю, здесь патроны мне уже и не понадобятся. Эй, почему здесь нельзя выйти? Ладно. Все. Что, устроить рок-н-ролл? Или подождать? Черт, меня не засекли. Или нет? Ладно, устроим рок-н-ролл. У-ху-ху. Получай. Вылазь. Странно, оно прострелило? Да, все прекрасно. Мне, короче, нужно куда-то убежать. Так, у нас здесь есть пополнение боезапаса. Ах ты. Гад. Ой, ой. Ты кто? Тихо, все под контролем. Нет, это не под контролем. Где ты? Эй! 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 Стреляй! Черт! Что-то это совсем не то. Я не понимаю, почему он не стреляет. Так, знаешь что, друг, ты подошел уже сильно близко. Так, мне нужно занять снайперскую позицию. Сейчас займем. Да, и что мне теперь отсюда делать? Отлично. Юху! Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так, даже убивать никого не надо было. Нужно было все сделать тихо. Жесть. Сцена была что надо. Мы с вами очень похожи. Чего? Он что, живой остался? Помоги мне! Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Правильно, своим патроном. Его же оружием. Шикарно. Вален мертв, а крыса уничтожена. Но да, война бахнула солидно. Есть еще много целей, заслуживающих пули. Людей, которые должны умереть. Пора найти работу. Это, я так понимаю, задаток на то, что будет и продолжение Снайпер Элит. Так что это отлично. Ну, на этом, в принципе, игра закончена. Точнее, основной сюжет игры закончен.
Но у нас остается еще одна очень интересная миссия, а именно дополнение DLS, в котором мы должны будем истребить двойника и самого Гитлера. Так что, в принципе, еще я вас порадую одной, а может быть и несколькими сериями. Что ж, на этом, в принципе, Sniper Elite 3 я считаю завершенным. И думаю, во что же поиграть мне в следующий раз. В принципе, июль хоть и скуден на релизы игр, но парочку игр все-таки нашлось. А именно это Infinity Runner, такой себе раннер, в котором нужно... Ну, в общем, я думаю, вы знаете, что такое раннер, если вы обладатель смартфона. В общем, нужно будет бежать вперед, успевать нажимать вовремя нужные клавиши и избегать каких-либо атак противников. Так что будет интересно. Также интересная штука для любителей Dota. Это Dead Breed. Игра весьма похожа на Dota, но с несколько красивейшей графикой и с возможностью получения больших тактик, изобретения различного рода комбинаций, с помощью которых можно будет пройти тот или иной уровень. Также интересная штука, логическая игрушка Mousecraft с мультяшной графикой и с весьма интересным сюжетом. Нужно будет помогать мышкам, слепым мышкам добраться до цели. Я думаю, интересная будет игра. Интересная игрушка Darkwood, такой себе хоррор с видом сверху. То есть что-то будет похоже на GTA 1 или GTA 2. Все будет происходить днем и ночью в лесу. То есть днем мы будем собирать различного рода предметы, которые ночью будут нам помогать выжить в этом лесу. И еще одна очень интересная, прикольная игрушка, так можно сказать, ремикс на игру 17-летней давности Oddworld New and Tasty, где мы будем играть смешным инопланетянином и помогать ему проходить различного рода уровни. Ну что ж, на этом я вам не буду мешать досматривать титры до конца и немножко помолчу. Всего хорошего, до скорых встреч. Надеюсь, скоро я вас порадую новыми видео. Чтобы не допустить осуществления планов, подобных раскрытому секретному проекту «Эпидемия», британские и американские ВВС 5 месяцев проводили стратегические бомбардировки, уничтожая немецкую промышленность и приближая конец войны. Это было Рурское сражение. Оно завершилось в мае 43-го, когда в ходе операции «Наказание» 617-я эскадрилья разрушила плотины на Мэне и Эдере. Программа «Крыс» была свернута в 1943-м, и проект «Чудо-оружие» превратился в историческую справку.